лестному ходу скорпионовой палате смощал. Там и другие мощи, наверное, там и десница архидиакона Степана, и другие очень много мощей всего. И Риза Пресвятой Богородицы. В общем, это большое счастье, что нам вот так вот пошли навстречу. Потом, кто может и хочет, станет преподобному Сергию в очередь. Но разбивать ее нам не разрешают, потому что в выходной, в субботу будет много народа. Поэтому, ну, это тоже большое счастье попасть в Серпионовую палату и приложиться к этим мощам. Озаревши, наставите луда и вразумите нас в пленности сущей, на путь правды жизни вечной. Не влите глаз умоления нашего, да исполним я короби благоразумные, вся повеленная нам. Господи нашим Иисусом Христом, и ныне в день сей молим вас прилежно, святи в годнице Божией, наши земли предстатели, и подадут смерти, дайте спросите нам, грешного недостойного разум, великие и богатые милости Божии, а приедем все в познании. Заны молитеся, не мнимтя суще мертво, аще бы и телом представился еси от нас, но и по смерти жився и пребываешь, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и от всякие прелести бесовские и козни дьявольских. Пастырю наш добрый, аще бы и мощей твоих рака, пред очима нашима видимо есть всегда, но святая твоя душа с ангельскими воинствами, с бесплотными лики, с небесными силами у престола Вседержителя предстоящий, достойно веселиться, ведущий бытя воистину и по смерти, живо суща, тебе припадаем и тебе молимся, еже молитесь о нас, всесильному Богу, о пользе душ наших. И пречистая Твоя Матери, преподобный Богоносный Отец наш, потом домой. Потом пойдем звать.
Этот храм постройки 18 века уже более 2 веков, как стоит на этом месте, испытывая судьбу нашего Отечества. И знаменательно, что мы с вами возобновили прекрасную традицию крестных ходов. Крестный ход – это особое священное действие, когда люди в молитвенном предстоянии пред Богом сближаются друг со другом и исполняя таким образом какой-то обет, обет подвига, угождают Богу и помогают спасению своей души. Вот этот храм, он особый, потому что находится в километре от святой нашей лавры, и издревле здесь, именно в этом храме, приезжали и цари, и князья. Здесь они раздевались, разувались, переодевались, и уже пешком шли поклониться Святой Троице. Не случайно этот храм именуется вратами в лавру преподобного Сергия. Всех вас приветствую, я хочу пожелать, чтобы этот благодатный сегодняшний день оставил глубокий след в вашем сердце, и чтобы молитвенное предстательство нашего небесного покровителя преподобного Сергия и благословение его почило на каждом из вас. Храни всех вас Господь, Пресвятая Богородица и преподобный Отец наш Сергий. С праздником! Ну, второй не приносит ничего. Спасибо.